привет, с вами Дима Хадамино. Сегодня у нас новая серия по Амазингу. Все ссылочки в описании, мой ник Дима Хадамино. И как вы знаете, я работаю в SMPU. Вот, уже давно тут работаю, но не снимал видосы. Сейчас, ребят, так, смотрите, сразу передаю привет вот этому вот парню, Джерри Домино. Он указал меня при регистрации, и я получил 50 тысяч рублей. Пошлите в палату. Так, лечить можно только в палате, лечу я без АХК или КХК, там, короче, не важно. Блин. Так. Так. Доброго дня. Какие боли. Так, пишу тайм. Так, до. Сумка на плече. Так. Я упустил руку сумку. Так. Мне достал нужное лекарство. Так, мне поставил диагноз. Так, передал таблетку человеку напротив. Так, сейчас удаляем вот это вот ми. Так, и пишем ХА. У 265 его ID и 500 рубасиков. Чё неправильно? А, блин. Так. 265 и 500 рубасиков. Все. Я тоже подписчик. Красава. Так. Доброго дня. Что вас беспокоит? Дашь денег, чуваки, у меня думаете так много денег? Проведем те же манипуляции. Так, сумка на плече. Всю руку в сумку. Так. Поставил диагноз. Так, где тут? И все. Так. 447. И... А, есть активное предложение. Так, и 365. 365. Или 363. 363. Чувак, куда из палаты? Падла. Ладно. Кстати, я все так же тот еще раны. Второй. Людей здесь очень нету. Кто желает мою речь выслушать сегодня, которая будет завтра на выборах? Голова. Так. Вы здоровы. Так. Вон девка пришла, пошлите. Ей скажем в палату. Спасибо, чувак. Так, какая-то болька. Юшка, так. Юшка, это болька. Так, давайте... Мне поставил диагноз. Так. До сумка на плече. На плече. Так. Ми засунул. Так, засунул руку в этот. Он ее вылечил? Нормально вообще? Дебил. Вообще красавчик. Стоишь, вот отыгрываешь РП, тут подошел, типа, таблетки передал и все. Так. Больных воровать и на РПшить. Барана кусок просто. Так, давайте пройдемтесь, посмотрим, кто здесь есть. Здесь у нас еще набор идет.
Да, вот этих вот приняли только. Может, ты не будешь тупить, без АХК лечишь? И что? Я каждого по-разному лечу. Зато по РП. Баран. Ну, в натуре баран. Ну, что, не баран, ребят? Ну, серьезно. Капец, блин. Обезьяна какая-то. Так, давайте еще смотреть, кто здесь есть, какие пациенты. Так, нету. Ты вошел в мою палату и бабу вылечил по номеру. Он, чувак, также пишет. Плюс СК. Так. Хелл сразу напишу. 145, 500. Игрока нет столько денег. Ну, а какая команда лечить? Шикарно просто. Просто как он только что прошел проверку? Я без понятия. Так. 410 лет. Так, ну, я... Так. Я снимаю вообще-то. Отошел отсюда. Еще попутал вообще баран. Это моя палата. Кто сказал? Это нормально вообще? Восемь. Не-не-не, обломайся, баран. Козлиная морда. Четвертая палата моя. Да, ага. Сам козел тут бегает во все палаты, заходит, говорит, моя палата, и тырит пациентов. А сейчас я вылечил чувака без РП. И он такой, мда. Чувак, если ты смотришь это видео, ты, блин, какой-то не очень сообразительный человек, я так понял. У меня видео шло, короче, ты попался. Короче, ты попался. Ой, видео не ушло. Где тут козел? Такс. Окей. Где? 315, 500, и нормально, чтобы не умничал. А, у нее нету. Блин, а я же как бы я операцию не умею делать. Куда нести? Так, за нами. Так. Так, срочно старших. На живое поле. Так, думаю, сейчас по РПшечке все отыграем. На руки и за нами. Так. На живое, блин. Ну че на живое? Че не огнестрельно? Это огнестрельно было поинтереснее. Облокотил девушку на свои плечи. О, вот Виталий Касперский сейчас по РП все замутит, тут будет по красоте, потому что я не знаю, как операцию делать, сейчас будем смотреть как. Тимоха тут. Да, снимаю СМП. Такс. Сейчас будем иметь... Блин, это так прикольно. Тимоха, тебе дали 50к за рефа. Да, дали, чувак, дали. Так. Так, посторонние вышли. Все, вот классный... А, не, чувак, давай выходи. Что нет, я буду здесь. Не имеете права на выход. Сейчас вызову правоохранительные... органы. Вот и все, так вот все это делается. Бог только мне, ой-ой-ой. Подай мне скальпель. Вышли все. Там и для подстраховки.
для подстраховки. Я снимаю просто. Подай мне скальпель. Да давай я подам. Взял скальпель и передал человеку напротив. Какая РПшка просто. От одной ми отыграл. Что за боксер? А ну отошел отсюда. Козлиная морда, вышел отсюда. Блин-то задолбали, 3-3-8, давай. А у тебя за 1000 вылечишь тут вообще, вот и все. Возьми на работу, ПЖ. Иначе я звоню в ППС. Вот кто будет заходить, буду лечить без РП и по 1000 рублей, что за наглость вообще. Вообще попутал. Вышли посторонние. Ну просто надо, чтобы дежурные стояли. Вышли. Вышли все. Сейчас бы был дробовик, захерачил бы на месте просто. Это что такое вообще? Так. 5, 330, 31, 245. Срыв. Срыв РП. Ситуашки. В больничке. Вышли посторонние. Все быстро. Давайте, а ну вышли отсюда. Вообще обнаглели. Я тут что, вышибала? Я врач вообще-то. Я что им должен тут объяснять? Вышли отсюда. Ладно, пойдем, ей помогут. Давайте быстро. Это вообще 53 нарушение РП в СМП. Они какие-то, ну, недалекие люди, вы видите? Вышли, я сказал. Чё, издевайтесь, а ну вышли отсюда. Да уж, ублюдки. Все, блин. Я пока на этих баранов орал, я уже позвонил в ППС. Я пока на этих баранов орал, короче, весь процесс операции прозевал с ножевым. Капец, блин. Вот теперь стойте тут, кретины. Все, стоять, стопендра. Задолбали просто. А сейчас положим ее в палату и все, да? Чувак, а ну вали отсюда вот этот вот. Да уж, прошло. Так, 228, 228, 500. Так. Это потому, я не потому, я, ну, бокстер и домино. Я. Так, какое-то задание. Следите за ней, в крайнем случае зовите меня. Понял. Не подпускайте к ней никого. Понял. Вышли. Не знаю номер этой палаты, но все, эта палата будет моя. Если меня не будет, отказать помощь, которую сможете. А, оказать помощь, которую сможете. Все, я понял. Они встали сюда. Они вышел отсюда. Неужели? Да. Не-не-не-не-не, даже не думай, вышел отсюда! Капец просто. Так. Надо анимку какую-то присесть, так. Аним... сидеть раненым, лечь на спину, спать на боку.
Где-то найти надо прилечь, присесть на пол. Так. Так. Ми следит за больным. Нормально, вот и все. Чисто такая РПшка. Я прозевал, конечно, много основной РПшил, чуваки, извиняюсь, да, здесь было то, что я вот лечил некоторых ребят по РП, но это все потому, что вот этот 131 бы тупо все перехватывал и все. Фон армуль. Ого! Ничего себе в фаме, сколько людей уже набрали. ФБ. Палочка фу. Красота. Блин. Так. Так. Так, как рано. Как самочувствие. Что болит, что нет. Какое кровотечение? Ты дебил сейчас, если она начнет тут еще кровотечение писать, нам придется опять врача вызывать. Придурок. Вышел. Я тут свой. Сказали никого не пускать. Вышел. Вообще-то как бы я за ней присматриваю, и Бакстер. Все. Да вроде выглядит неплохо. Сейчас я взгляну. Не взгляну. На место. На место пореза или как? На место пореза. Вышло. Козлина. Все отлично. Полежите, отдохните. До свадьбы заживет. Почему так чешется? Это значит, что организм справляется. И вы идете на поправку. Кстати, чуваки, я хотел в жизни работать водителем скорой помощи. Возможно, даже в будущем поработаю, не знаю. Категория нужна там соответствующая, и опыт, что такое. Хотя бы помощь деньгами на необходимое лекарство. Ну, блин, чувак, не надо, это взятка считается будет. Я не хочу. Этот Александр Бакстер, я заметил, он, в общем, РПшный парень. Вот. Я стараюсь РПшить, но просто когда вот этот вот... Сказали сюда никому, куда ты сюда завел? Куда ты сюда завел? Вход посторонним воспрещен. Вышел и вывел. Я не могу брать деньги. Покиньте помещение. Тимоха, слышишь ты, козлина? Рот закрыл. Помогите ей. Мы уже помогли. Помогли. Она выздоравливает. Спасибо. Чувак, не надо помогать, мы ее, короче, вылечили уже. Не надо нам деньги. Так, передал в рацию, уважаемые коллеги, просьба не заходить в первую палату. Вышел. Вышел. Ой, чувак, спасибо. Ого, спасибо. 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 А, это в фонд СМП. По 1 рубль дает. Закрыл рот и вышел. Пусть она выздоравливает. Я вас понял. Удачи. Блин, где-то там ми было. Если я не потерял, вот есть. Путем с ними по собственному желанию. Богдан, ну окей. Вышел. Иди работать. Понятно.
Блин, я просто не могу его имя прочитать нормально. Усманов. Усманов опять мешает нам. Примите меры. Какой ты нам помогаешь, только пасть тут открываешь. Бесит уже. Покинул семью по собственному. Чего? Зачем? Понятно. А, вот, смотрите, сколько ребят тут в фаме. Да уж, капец, ребят, просто жесть. Смотрите, сколько. Сколько людей. Да уж. Ольте по собственному желанию. Выгоняет, да, и шаг. За диверка поговорим. Да уж. Рот закрыл. Словами. Следи. РК. Прям, вот чувак, в РК сейчас идем, наверное, пацану 13 лет будет умничать. Так, что я пропустила? Да ничего. Так, ну, вроде все. Ладно, что-то решим, короче. Ну, вроде тут все отыграли, поэтому уже можно будет и потихоньку заканчивать.